Друзья, осень уже полностью взяла свои права. Уже идет, можно сказать, к завершению. Скоро-скоро зима. Остаются совсем мало на деревьях листьев. Совсем-совсем прохладненько. А мне позвонили из Собеса. Нужно там документы принести. Ну, такие небольшие там формальности. На градусник посмотрела, как-то прохладно. Одела такую куртку, ну, свою чуть потеплей, красную. Даже одела новые ботиночки, которые с мехом. Вот. Ну, может быть, то, что я иду, как-то вроде жарковато. Вот. Кроссовки такие. Они какие-то. Я от грязи чуть повытирала. Надо их хорошо вымыть. Белой краской помазать. То они какие-то не белые. Не стала одевать. Иду пешком. Полезно для здоровья, как я говорила. Автобус. Еще минут 25 ждать. Не получается мне так, чтобы успеть, а потом не хочется ждать. Ну, тут, в принципе, и недалеко. Это в центр еще дальше ехать. А Собес у нас здесь недалеко. Мимо до стадиона. Главное тут на бугор подняться. А там уже вниз. И я уже там. Можно было и подождать, но я думаю, пройдусь. Покажу вам еще нашу осень. Уже виднеется забор стадиона. Ворона сидит одинокая на дереве. Вот и стадион. Конечно, лицевую часть нужно. Я уже даже не знаю, я тут можно отреставрировать или нет. Что-то вон колонны совсем вверху тоненькие, одни эти остались. Железный рам. Все всыпается. Ну, я думаю, сделают. Еще просто не время. Обязательно все сделают. Вдалеке виднеется наша ротонда. Самая высокая точка у нас в Брянке. Ну, я думаю, так и есть. Ну, не считая этих. Ой. Ну, шахты-то, что свалки делают. Забыла, как называется. Ну, сейчас уже немножко и вниз опущусь. На телефоне можно приближение. В камере у нас камера дешевая, зума нет, так что приблизить не могу. Но видно, что крыша такая серебряная, красивая. Отсюда видно вон Алчевск. Трубы. Солнца нету, не выходит. Пасмурное такое небо. Шла чуть-чуть, вроде как дождичек проморосил немножко. Но сейчас нет. Здесь бы еще уж очень кричит, сделать тоже дорогу нужно. Ну, я же говорю, все потихонечку. Все, я думаю, сделают. Эта дорога идет, ведет наверх. К детской поликлинике, к больнице к детской, поэтому это тоже очень нужно. Ну вот мы с вами и пришли. Пока разговаривала, быстренько так и дошла. Хотя шла не спеша. Мне так нравится это место. Тут тоже свой дедушка Ленин стоит.
Елочки такие красивые, помню, были маленькие, уже такие большие. Красота. Ждет от Димы стихотворение. Или что там будет у нас сегодня, да? Будете зачитывать. Вот так. Принял любимую позу. Все, готов? Ага. Ну, Дима почти готов. Сейчас я прочитаю. Всегда хочу. Осени палитра золотая. Голову вскружила мне опять. Лист кленовый в воздухе порхая начинает медленно дрожать. Это опять комментарий Натальи Жердевой, наверное. Нет? А, в Дзене? Подписывайтесь на Дзен, пожалуйста, да. YouTube, все, деньги уже не выводятся вообще. Хоть там у нас сколько за 3 месяца, какая там сумма собралась? За 7 месяцев? А, ну, вот это $100, это за 7 месяцев насобиралось, совсем по чуть-чуть. И те зависли, все, уже не выводятся. Все, ну, мы все равно будем продолжать YouTube выкладывать видео, конечно. Нам эта соцсеть нравится. И с вами общаться, и стримы мы проводим в YouTube. Так что будем продолжать, друзья, вести. Вот, ничего страшного. Возможно, со временем когда-то что-то наладится. Но это не точно. Да, лучше, конечно, да, подпишитесь в Дзен. Мало ли, а то может вообще заблокируют канал, раз оно потихоньку-потихоньку что-то делается. Вот, чтобы хотя бы будем тогда искать пути, чтобы в Дзене как-то вести стримы. Ну да, в Дзене, конечно, копеечка капает. По чуть-чуть, но капает. Вот. Спасибо вам, что вы смотрите, и лайки ставите, и комментарии пишите. Паксик, тебе понравилось, как я прочитала стихотворение? Очень. Интересно. Ну а теперь послушаем папу, как читает. Видно? Ниже, голову ниже. Пока папа готовится, Баксик выбирает лучшую позу. Все? Сейчас, сейчас. В конце прям дрожать. Ну, самое главное, голова не закидывалась. То я постоянно делаю замечания. Пусть немножечко тихо, но все равно нормально. Будем считать, что молодец. Все. Ты молодец. Паксик, Дима молодец? Тимур, ты попробуй сказать, что нет. Конечно, молодец. Да. Все молодцы. И я молодец. Хорошо прочитала. Ношу. Никак не могу купить заколочку. Все забываю. И дома хожу с ушками. Обруч такой.
Все торчит, ну ничего, что торчит. Нормально, мне нравится. Легкое безобразие. Дима говорит, всем отличного настроения, будем жить. Конечно, будем хорошо жить. А жить еще лучше. Да. Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше. Да. Давай, приседай. Ой, завис немножко, ничего. Дальше. Отдохни, постой. Ну, ладно, друзья, мы дальше занимаемся. Ну и так очень много времени. Вот целое видео. Только как Дима приседает и стих читает. Ну что ты хочешь сказать? Угу, он уже все сказал. Отдыхай. Я все сказал. Так, друзья, собираюсь идти кормить котиков. Тут у меня и лапки, и к собачкам зайду. И мусор надо вынести. Так, бусечки нет. Ну ладно, я пока не буду тут кашку ложить. Если там придет, там дам. А потом вечером еще ей насыплю. Сухого. Пол пятого. Как-то пасмурно. Быстро так темнеет. Осыпаются, осыпаются листья уже абрикоса. Вся практически желтая. Все такое страшненькое становится. То хоть зелень была. Как-то хорошо. Вы там спрашивали в комментариях про пушистика. Ну, сейчас, видите, грязь. Пушистик домашний котик. Значит, не выпускают его, скорее всего. Что там наша Люська? Ну, я ей лапку оставлю. Я на обратном пути буду идти. Зайду, а то сейчас я жарю. И мусор тащу. И кашу. В общем, что тут у нас? О, кто-то наложил еды, а собак нету, не голодные. Что-то я вообще никого не вижу, сейчас будем звать. Что я положила Васеньки кашки сюда в тарелочку. Кыска никого, Бусечку вон вижу на сарае. Бусечка, что вы боитесь, вас кто-то испугал? Кс-кс-кс-кс. Бусенька, иди, Буся. Что ж такое, никого нет? Что-то прям аж... Так, а тут кто? Бусик, Бусик, это я, иди. А что они все боятся? Их тут кто-то, наверное, обижал. Бусик, иди. Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Бусенька, что-то мне это не нравится. Бусик всегда такой бежал.
Бусик, Бусик, иди кушай. Что случилось? Кто вас обидел? Бусик, Бусик, пошли, Бусик. То ли не голодный, но что-то с трудом верится, чтобы Бусик был не голодный. И собак не вижу ни здесь, ни в сарае. Ой, мне уже как-то на душе не это. Бусенька, иди. Иди, Бусечка. Что ты так лезешь? На, Бусечка, не бойся. Боятся, боятся. Бусик, иди. Бусик, иди на. Иди, Бусик. Бусик, что такое? Что происходит? Ой, что там собаки сковчат. Надо туда сходить. Ой, боже. Бусик, залазь. Бусик, ну, котик, а чего ты? Чего вы боитесь? Давай я тебя подниму. Ты мой хороший. Иди. На, Бусик, иди кушай. На, Бусик, тебе вон миску, а то кусочек схватила. Да. Василия не видно. Сейчас пройдусь сюда, где собачки скачали. Может, Василий придет, потом еще позову. Так, ну слава богу, мне туда идти не пришлось. Дядечка, он пришел им или косточки, или что-то дал. Вот они, собачки есть. Так что сейчас надо им раздать. Идите сюда. Иди. Ой. Ой, лапки такие какие-то маленькие, прям гляньте. Совсем. На. Надо, на. Подойду поближе. Не бойся, не бойся. Да не бойся ты. На, улыбашка. На. Держи. Надо так маленькие. На, иди. На, ешь. Так. Улыбашка, на. Ух, и улыбашка. Улыбашечка, на. Улыбашка. Улыбашка. Да вот же ж они валяются, вы что не видите? Глянь, вот они. Ля, они маленькие, они их не видят. На, бери. Мне надо туда будет пройти. Что там скопчали, может там щеночки? Сейчас мусор выброшу. И котикам тоже дам. О, глянь, они их не видят, бросают. Что это за лапки какие-то маленькие, я даже брала и не видела. Ешь, хомушечка, на тебе. Так, а мы пойдемте искать улыбашку. Так она ни одной лапки не взяла. Костомахи. Так. А, ну они не голодные. Лиля приходила, уже покормила их. Ну, хочется ж лапки дать тоже. Вон она, хромушечка. Ой, это улыбашечка. Улыбашечка. На, улыбашка, на. На, моя хорошая. На. Иди, бери, не бойся. Не бойся. Я отойду. Все, отхожу. Иди, бери. Иди, бери, а то он рыжуля бежит. Эх ты, рыжуля. На. А что такое? Что не так с этими лапками? На.
Обалдеть. Что-то не хотят они эти лапки. Наверное, все-таки не голодная, да? Рыжуля, что-то на тебя не похоже. Чего же они тут скопчали? Откуда же они бежали? Лыбашка, где ты деток своих прячешь? На, еще тебе. Вот это я должна ходить за тобой. На, улыбашка. Опа. Так. Рыжуля, ну на, еще попробуй разочек, на. О, это ничего вроде, да? Рыжуля оттуда откуда-то бежала. О, на. Не, не хочет. Вон хромуша бросила. В общем, то ли они маленькие, то ли что-то погрызла и бросила. Ну ладно, улыбашки еще одну дам. В общем, так, чернышка. Да, на. На. Да что ж вы такие боязливые? На, бери. Ладно, не голодный, значит, завтра еще принесу. Все, иду обратно. Ну, в общем, я так поняла, что они не голодные. Потому что вон на камне целая куча еды. И Василия нет. И вы тут тоже не голодные, да? Что еще вам дать? Палатки. Сейчас. На, Бусик, на, Буся, тебе. Василия нет. Вон женщина идет, которая кормит их все время. Ой, Вася, Вася идет. Васенька, иди, иди. Где-то спал, наверное. Давай, 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 бегом. Ты хоть тут целый, не хромаешь, все нормально. Вот, кушай кашку. Ой, что ты какой-то мокрый, что ли. Ага. Кашку не очень хочет. Здравствуйте. Здравствуйте. Они сегодня, по-моему, не голодные. Я ей лапки им даю, они что-то не очень. Ну, может, у вас повкуснее что-то? А, ну, конечно. Сосиски, я думаю, будут. На, Василий. Ты просто намок. Или там что-то у тебя не ранка? Что-то какие-то лапки... Лапки не лапки. Что-то никто не хочет и особо их так кушать. Ни собаки, ни это. Вот это лапки. Это взяла замороженные. Не видно было, что в пакете. Какие-то они манюсенькие. Василий, что тоже не голодный? Ничего не понимаю. На, ешь хоть кашку. Кушай кашку. Ну, сейчас сухого еще дам. Ну, уже не знаю тогда. Да. Так, сюда насыпаем. Уже, получается, перебирают. Так. А ну... На, будешь это? Ну, сухой буду, да? А что ж тогда кашу поставить собачкам? Не знаю, будут они есть. Буся, ты будешь кашу есть? На. Не,
Ничего не хотят. Ладно, пошла я Люсь еще угощу. Все, идем с Бусей. Везде еды полно. Ну что-то я не знаю. Идем к Люське. Ну хоть Василий пришел живой. Люсьен, приветик. Приветик. Сейчас будешь ты хоть такие лапки. На. На, я тебе достану. На. Да ты ту съешь, потом другую возьмешь. Люся кушает. Сейчас ей внутрь. Давайте сюда. Подожди. Опа, вот так. В сарайчик положу. Да, ты меня пальцы не откуси. Ну все, ладно. Все, Люсечка, пошла. Завтра тогда остальные лапки. Ждешь, Буся? Пошли. Пошли, Бусямба, домой. Пошли, пошли, не бойся. Пошли. Пойдем. Так. Сейчас насыплю тебе. На, кушай. Все. И на улицу уже не ходи. Залазь в будочку и спи.